36-летняя Джессика Смарт сильно поправилась после болезненного развода. Американка все же смогла избавиться от 44 килограммов. Жительница штата Юта тяжело переживала развод. Джессика заедала стресс, из-за чего набрала вес. В 2011 году она познакомилась со своим будущим мужем, Эндрю. Супруги мечтали о детях, но у женщины были проблемы с невынашиванием беременности. Смарт перенесла 4 выкидыша. С каждой потерей ребенка она набирала вес. Лишь пятая беременность оказалась счастливой, в 2014 году Джессика родила сына Дека. Через 2 года на свет появился ее второй сын Дункан. Молодая мама из-за своих объемов не могла играть с детьми. «Я чувствовала себя преданной, как будто мое тело пошло против меня. Мои гормоны, щитовидное железо и все остальное просто перестали нормально функционировать», — призналась Смарт. Зимой 2017 года она решилась всерьез взяться за свое тело. Джессика выбрала кето-диету, а позднее начала заниматься спортом. В итоге она похудела на 44 килограмма, сообщает The Sun. Теперь Смарт сама выступает в качестве тренера и помогает похудеть всем желающим. Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини после 4-го кесарева. Как заставить себя похудеть после родов, можно узнать здесь. Оксана Воеводина раскрыла секрет стройной фигуры после рождения сына.